Два тренировочных зала, конференц-залы и столовые. В Засвияжском районе Ульяновска на проспекте Олимпийском на финишную прямую вышло строительство Центра художественной гимнастики. Он станет домом для сотен местных спортсменов. Центр рассчитан не только для тренировок, но и для проведения соревнований. В демонстрационном зале можно будет разместить 500 зрителей. Для приезжих спортсменов и тренеров будет работать гостиница-столовая. Мы убеждены, что не только наши юные спортсмены, дети, взрослые получат великолепные условия для тренировки и занятий физкультурой и спортом, ну, прежде всего, художественной гимнастикой, а и соседние регионы получат в нашем лице хорошую базу для проведения сборов, для подготовки к соревнованиям, и это будет действительно настоящий центр художественной гимнастики Поволжского региона. На площадке прокладывают внутренние коммуникации, идет благоустройство. Следующий этап – отделка помещений, устройство пола и потолков, озеленение прилегающих территорий. Официальное открытие планируется 25 января, в День российского студенчества. В планах городской администрации благоустроить весь проспект Олимпийский. К примеру, рядом с гипермаркетом «Лента» установят каток и лыжную площадку. Вдоль дороги проложат велосипедную дорожку. Также установят остановочные павильоны в едином стиле. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.